дикие кабачки. Дикий горох. Дикая кукуруза. Дикие полевые ромашки.
Пускай. Олег, ну что, давай еще одну положим. Да. У тебя перчатки есть? У меня нету перчаток. Ну найдем сейчас что. На, держи мои. Да, подожди. А сейчас. Я сейчас еще поищу. Да, минуточку.
Квадрат 29. Ну, все равно до этой точки. И теперь вот это расстояние. Сколько у нас? А, ну этот. Сюда, по-моему. Да, это все, все это. 87, 47. И сначала приедет это. Один миллиметр этой краски заменяет примерно 3 сантиметра пенополистирола. Это вообще супер краска, да. Ну, Радомир, допустим, говорил, что вот срочно ее нужно применять. Да, очень хорошая краска, но, к сожалению, она применяется в своей отрасли. По нескольким причинам. То есть, чтобы нанести этот миллиметр, мы должны в течение какого-то времени красить поверхность, ждать. Потом в течение там, до 24 часов, потом опять красить, ждать. И так приблизительно 4 слоя этой краски. И мы получаем в результате только эффект 3 сантиметров пенополистирола. Вот. Если, то есть это невыгодно. То есть нам легче купить пластину пенополистирола на 3 сантиметра потолще и просто ее поставить. Это гораздо проще. Поставить и не ждать, пока она выпадет.
Нашу камеру. Мы что, не поедем до котят? Мы им везем молочко и сметанку. Дим, поехали, котят накормим. Я поеду сама. Что там остыдит? Угу. Минус искать. Кстати, здесь очень много находок со времен Второй мировой войны. Где Второй ход? Мировой. Второй, да? Вообще здесь Второй мировой войны, это активных действий первых не было. Была линия обороны. Однако люди же ходят, копают. А тут очень древние места, они могут еще искать тори там. С Первой мировой и так далее. Вообще с древности здесь же торжок. Я думаю, мельницы, золото, все такое. Древние места. Где мельницы, там золото. Потому что зерно стоило. Золотых. Конечно. Раньше золото платили. И где были мельницы, были богатые.
Какую кружку? Где-то здесь лежит. Сейчас найду, отдам. Нет, я ее забрал. Человек то, что он ест. А если человек ничего не ест, он же человек. Значит, он, наверное, мертв. Вот-вот. Привет. Где меня показывают? На Ютубе, где тебя показывают? ТРЦ. На каком канале? На канале. Ну, на канале Басаргуша. Басаргуша. На коня. На канале Басаргуша. Куда-то пойти не можешь. Два дня им. Вчера утром родились. Мы их типа едим, вот эти вот бобы, стручки. Какие стручки? Ну, вообще-то горох. А, мы его едим, он спелый. Ну, он, ты его чувствуешь? Чувствую, но не пробовал, знаешь, попробовал. Ты не пробовал никогда горох, нет, что ли? Нет, я не пробовал вот этот горох. Так дыня от дыни тоже отличается. Ладно, вроде, вроде готов. Что? Здесь конечно, мы же его садили. Ну,
Немного. Пару кустов.